Доброе утро! Иногда так хочется окунуться в детство и побаловать себя давно забытым завтраком – французскими гренками. Для их приготовления нам понадобится батон, 2 яйца, 30 мл молока, тростниковый сахар, сливочное масло и корица. Первым делом отрезаем пару кусочков батона толщиной примерно 1,5 см. В глубокую тарелку разбиваем 2 яйца, добавляем 30 мл молока, столовую ложку тростникового сахара, чайную ложку корицы и все хорошенько перемешиваем. В готовой смеси тщательно обмакиваем батон и отправляем его на разогретую сковороду со сливочным маслом. Поджариваем до золотистой корочки с двух сторон и подаем к столу. А вы знаете, почему гренки называются французскими? Дело в том, что это блюдо было широко распространено в средневековой Франции и называлось «потерянный хлеб», так как готовилось из булки, утратившей свою свежесть. Кроме того, гренки назывались «золотистым хлебом», так как приобретали золотистый цвет после обжарки. Готовые гренки посыпаем тростниковым сахаром, добавляем немного ягод и можем приступать к вкусному французскому завтраку. Хороший день начинается с хорошего завтрака. Приятного аппетита!